отсюда грана. Точно. Задача – позвонить родителям. Вопросы. Как дела? Что с лекарствами? Оплачены ли счета? Если ты пьяный, если ты трезвый. Если ты пьяный, если ты... Зреет хитяра. Если ты пьяный, если ты трезвый. Пока все. 18.00. Общее собрание больницы. Сейчас я тебя устрою. Начинать. To start. Начинать. To start. Бам, пока. Новая задача. 15.00. Пригласить Катю на свидание. Обязательно. Да, поняла. Привет, Петь. Здравствуй, Катя. Зав. Отделением звонил, просил его не ждать. Сказал, что внутренний обход проводил ты. Ты думаешь, он хочет проверить, смогу ли я быть его замом? Я думаю, он просто едет с дачи и стоит в пробке. А. Котик, я жду тебя уже 20 минут. Оксана, между нами все кончено. Как так? Очень просто. Мы слишком разные. Но я ведь ушла от мужа из-за тебя. А вот это неправда. Он просто умер. Ну, я же твоя самая преданная, самая верная фанатка. Я отдала тебе лучшие годы жизни. С 35 до 40 это не лучший год. Послушай, я извиняюсь. Прощай, говорю. Доброе утро. Маргарита Степановна, пришли очередные результаты анализов. У вас точно все в порядке. Это как же все в порядке? Этого не может быть. В ЖЭКе мне тоже говорили, все в порядке, а квартплату начислили 3700. Ну, как это связано с вашими анализами? Вы здесь уже второй месяц лежите. Любить. Константин Петрович, у вас кондуктивное снижение слуха. Что? У меня одно ухо не слышит. Я говорю, ваш отит дал осложнение на слуховой нерв. Нервы в порядке, доктор. У меня с ухом проблемы, Константин Петрович, но для вас просто Костик. Приятно с вами познакомиться. А Костику мы пропишем 3 укола цефазолина по грамму. Петр Васильевич, ну достаточно и одного. Я сказал 3. Привет, Дэн, как дела? Я нашел на работенку на вечер. О, а ты способный. Я знаю. Привет, Фил! Привет, детка. Что не звонишь? Кому? Короче, нужен диджей на цыганской свадьбе. На цыганской? Да, но там обязательно нужен диджей-цыган. А какой же я цыган? Короче, не парься, я уже все придумал. У меня знакомый в театре работает, мы у него костюмчик возьмем. Тем более, что париться-то, предоплата уже у меня. Это другое дело. Ну так... А, еще на субботу есть тоже заказик. Я в субботу не могу. Я встречаюсь с Ваней. Блин, можно мне тоже на тусовку с Ваней? Ты его плохому научишь. Эй, лови! Ник, привет! Здорово!
Ну что, играем? Может, для начала в кусты? Давай. Давай! Давай, давай, Фил! Давай! Давай! За мной! Пойду, там какой-то кипиш, пойду гляну. Нет, завтра повторно нужно взять у него кровь из пальца. Так, кто у нас здесь? Что да. Вы делаете? Здравствуйте, Геннадий Петрович. Здравствуйте. Это же VIP-палата, а постучаться? А нет такого правила в больнице? Здравствуйте. Хочу сразу сказать, я обычный пациент и не требую к себе никаких особых условий. Конечно. А конечно. Кто это? Молодец. Сразу уловил. Это же Казманов. Да узнал он. Узнал же. Да-да. Что, правда не узнал? Ну как же? Есаула, Есаула, что ж ты бросил коня? Так, у нас здесь смещение шейных позвонков. Класс. Со мной это впервые. Стараемся. Можно с вами сфотографироваться? Нет, подождите. Сначала с ним. Нет, спасибо. Кассет. Прости, а можно тебя на одну минуточку? Мы с тобой только болтаем. А ты где, кстати, ты где-то учишься? Я в Бауманке. Ну нет. Я не понял. А что это такое? Наверное, поезд прибывает. Смешно. Ну, Газманов, одну песню написал, и не парится, а? Прям как ты. Между прочим, у него 20 альбомов. Да? Угу. Я вообще что-то не понимаю. Как он раскрутился, а? Может, хороший певец. Да, дело не в этом. Может, харизматичная личность? Что-то другое. Слушай, я понял. Все дело в сальто. Мужики, мужики, там, короче, нереальная тема, называется «Техническая миля». Бегут эти немощные, ну, студенты технических вузов. Короче, победитель получает все. А что именно? Путевку на Селигер. Надо бежать. Да, только быстрее, там регистрация уже заканчивается, но я тебе номерочек надыбал. Цени, а? Приготовились! На старт! Внимание! Марш! Фил, давай! Давай, Фил, давай! Давай, Фил! Давай, давай, давай! Бабонцы! Бабонцы на помощь! Привет, Фил. Узнал? Олег, вы? Вы что, тоже бежите техническую милю? Не всегда. Я здесь ради тебя. Классно. Я так не думаю. Мне придется тебя ударить. Зачем? Потому что я острая сердечная недостаточность. Что? У больного трепетание предсердий? Да. 200 миллиграмм кардорона внутривенно зарядили. Операционная готова? Готова. Это что такое? Немедленно покиньте помещение. Сказали, операционная готова. Давление пульс практически на нуле. Нужен будет разряд. Разряд. Повышаем до 120. Разряд. Еще разряд. Разряд. Разряд.
Газманов. Доктор, с вами все в порядке? Да, все хорошо. Через час сделайте ЭКГ. Если ритм синусовый, переводите в палату. Хорошо. Угу. Отложить задачу на час. Где? Мы в раю. А вы? А я апостол Петр. Как самочувствие, пациент? Это мои ангелы. Не бойся. Дедушка, стыдно. Не мешайте, пожалуйста. У вас случилась остановка сердца, и нам пришлось прибегнуть к электроимпульсной терапии. Мне что, током били? Пришлось. Спасибо, что на сосках ожогов не оставили. Пожалуйста. Вы спортсмен? С чего вы взяли? Я известный музыкант. И, между прочим, клип есть. Вот-вот следующий выйдет. Вы его знаете? Так что с вами случилось? Меня Газманов ударил. И, видимо, вы дали ему сдачи. Потому что он тоже лежит в нашей больнице. Как? Это невероятно. Я должен его видеть. Это исключено. У вас постельный режим. Я знаю все его песни. Москва, звенят колокола. У каждого свои недостатки. О, прикольно. Это же фраза из фильма «В джазе только девушки». Я не смотрю кино. Приступайте, сестра. Что вы делаете? Не волнуйтесь. Нам нужно взять на анализы крови. Не нужно. Не бойся, малыш, больно не будет. Кулачком поработайте. Кулачком? Что, за меня переживаете, доктор? А! Что с вами, доктор? Я не знаю. Ай, моя нога! Что? Здрасте. Здорово, мужик, как ты? Нормал. Ну чё, тогда двигаем на свадьбу к цыганам? Куда? К цыганам. Ты чемодан с пластинками взял? Да, взял. Все, 5 минут. Жди меня на улице. Окей. Дедушка. Дедушка! Чё? Вы не знаете, случайно, в какой палате Газманов лежит? Думаю, что в ВИП. На его месте должен был быть я. Что? Я говорю, до свидания. А, до свидания, дорогой. Это бред. Этого не может быть. Простое совпадение. Вы кто? Вы собаку мою не видели? Какую собаку? Живущую в нашем дворе. Люси. О, Люси. О. Путана, путана, путана. Ночная бабочка, ну кто же виноват? Кстати, а кто там виноват был? Олег, вот почему у тебя получилось, а у меня нет, а? Все дело в сальто, да? В чем дело? Немедленно покиньте палату. Все, мне пора. Офицеры. Что с вами, доктор? Пока не знаю. Отложить задачу на час. Здорово, парни. Спасибо. Отличный прикид. Фил, это Игоряныч. Он подкинул нам заказ со свадьбой, костюмы. Короче, все. Круто. Да. Если спросят, тебя зовут Лойка, а тебя Януш. Что за имена такие? Польские? Цыганские, натуральные. Цыгане. Не должны догадаться, что вы не цыгане. Ну, вроде все. С Богом. Ты не останешься? Нет, конечно. Я же не цыган. Вы диджей? Я диджей. А это мой агент. Степан.
Войка. А я Януш. Странные у вас имена. Задача немного поиграть в современную музыку. Но в первую очередь вы, конечно, гости. Я смотрю, у вас свадьба по всем нашим правилам. Старались. Но все сложнее соблюдать традиции. А кто женится? Счастье большое. Старуху замуж выдаем. Родные еле договорились. Невесте-то уже 22. Никто не хотел брать. Понимаю. Кому такая нужна? Я гляну? Нет, мне нужно работать. Всем здрасте. Ну что, начинаем веселиться, Ромалы? Опа! С 15 до 17. Больному сделали укол в руку. Я почувствовал боль в этом же самом месте. Когда я ударился ногой, больной тут же вскрикнул. Когда пациент выпрыгнул в окно, у меня... Привет. Привет. Как твой спортсмен? Он музыкант. Ага. Цветы. Да, очередной пациент влюбился. Отложить задачу на завтра. Что? А? Ничего. А что? Ничего. Может быть, чаю выпьешь? Не-не, я тороплюсь. Выключай! А что случилось-то? Барону не нравится твоя музыка. Вообще-то у нас праздник. Ну, он нам заплатит? Он хочет, чтобы ты поздравил молодых. Я посмотрю. Толстый не мой конек. Да ты не парься. Ты ж цыган. Дорогие жених и невеста. Удалить задачу свидания с Катей. Видимо, навсегда. Сегодня вы стали мужем и женой. Сегодня у вас праздник, и, как говорится, зажгли маяк любви. Фил. Давай подинамичнее, Фил. Ничего не понимаю, мне очень грустно. Эй, цыган, давай веселее, не лошадь хоронишь. Желаю, чтобы он всегда светил. Все, чтобы вы всегда были рядом. И в жару, и в холод, и в стужу, и в тайгу. Все, хватит. Все хорошо? Барон недоволен. Он сомневается, что ты цыган. Ты сказал ему, что меня зовут Лойк? Конечно. Короче, он хочет убедиться, что ты настоящий цыган. Это будет стоить еще 5000 рублей. Играй. Я на всякий случай забрал чемодан с пластинками. Был я и богом, и чертом. Стал я и богом, и чертом. Это песня из «Неуловимых мстителей». Он не цыган. Бором девчонку выкраду. Я это понял. Забором с
впредь за высоким забором девчонку выкраду вместе с забором. Он издевается над нами. Странные симптомы продолжаются. Резкий скачок адреналина. Мохнатый. Шмель. Я завел мопед. На душе стыд. Шмель. Соплещая камыши. Оторвем ему ноги. А цыганская дочь за любимым вновь родству протяжей души. Петр, вы слишком эмоционально реагируете. А вперед за цыганской звездой кочевой. Нет, это все очень серьезно, нужно переживать, больные. Давай быстрее. Хорош, на 20 лошадей, не всего две, не догоним. Думай сразу в караоке. Я на работу опаздываю. Хорошо. Добрый вечер, Рома. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас в нашем уютном караоке. И начнем мы с песни, с моей любимой песни Нюши «Чудо». Сегодня у нас в гостях самые лучшие люди нашей страны. И начинает наш песенный марафон вот эта девушка с лицом вот этой девушки. Start, please. Да, алло. Алло, Филипп? Филипп, это Петр, врач из больницы. Вы от нас сбежали. Откуда у тебя мой номер? Я достал его в регистратуре. А, так просто? Док. Спасибо тебе, конечно, за все, но, по-моему, я чувствую себя великолепно. Так что... Вы ничего странного не заметили? Где? С вами не происходит ничего необычного. Ну, вообще-то да. И со мной тоже. Послушай, док, час назад за мной гнались цыгане на лошадях. А у тебя что? Вот-вот! И я был сильно возбужден, а это для меня ненормально. О, доктор, ты возбужден? Нет, нет, не сейчас. Чуть раньше. А еще я почувствовал укол, когда вас кололи иголкой. Послушай, Питер, я к тебе вообще ничего не чувствую. У меня сегодня такой день был, я так устал. Я вообще, вообще собираюсь сегодня напиться. Я просто хотел... А я нет. Газманову привет. А, алло. Сережа, дабл виски, а лучше трибл. Что со мной происходит? Так, спокойно. Документы. Где документы? О, Серега, отпускай там всех. Я не пил. Конечно, не пил. Младший лейтенант Савин, выйдите из машины. Что? Я уже сказал вашему коллеге, что не пил. Я вижу. Но это пустая формальность. Сейчас дуньте в трубочку и поедете дальше. Куда вам дунуть? Не-не-не-не. Это ничего не покажет. Нет. Куда покажет? Ничего не понимаю. Может, не работаю? Я же сказал, не пил. Да не, работаю. Тащи пробирку. Проверим на наркотики. Он чист. Ты что, придуриваешься, что ли? Да. Припаркуй, я пешком пойду. Заходи. Я вчера немного перебрал. Слушай, как... Петр. Пит. Я смотрю, ты тоже вчера приложился. На, сбей сушняк. Спасибо. Это похмелье, я разбираюсь. Есть одна проблема. Дело в том, что я вчера не пил. В смысле, ничего не помнишь? В смысле, помню, что абсолютно ничего не пил. Филипп. Фил. Фил. В
Вчера, когда вы попали к нам в больницу, случилась очень странная вещь. Я еще до конца в этом не разобрался, но мне кажется, мы теперь с вами как-то связаны. В смысле? То есть, если один из нас что-нибудь чувствует, то второй чувствует абсолютно то же самое. Понимаете? Видите? Хватит, хватит. Я же говорю, происходит что-то... Ну, непонятное. Достаточно, я же прошу вас, Филипп. Слушай, это ж можно экономить на бухле. Да вы нормальный человек. Мы с вами волею судеб стали участниками феноменального явления. Это нужно исследовать. Понимаете? Так, чем вы занимаетесь сегодня? Ну, я пишу песню. Я этот, музыкант. Не плачь, девчонка, не плачь, девчонка. В конце 90-х этот клип разорвал в клочья. Просто. Порвал всех. На следующее утро я проснулся знаменитым. Не плачь, девчонка, не плачь, девчонка. Ты быстрее иди. Иди ко мне, я прижму тебя к своей широкой груди. Ну как? Нравится? Нет. У тебя плохой вкус, док. Я жду вас сегодня в больнице. Нам нужно провести тщательное расследование. Здравствуйте. Она не разговаривает и практически не слышит. Даба! Видишь? Вам нужно показать свою бабушку врачу. А это не моя бабушка. Я с ней квартиру снял. Так дешевле. До встречи. Просто ушел. Не плачь, девчонка, не плачь, девчонка. Он не такой. Сволочь. Выше. А ты чего опаздываешь? В смысле? Черт. У тебя похмелье, что ли? Случайность. Ну-ну, вы меня прямо интригуете, Петр Васильевич. Пойдем? Черт, машина. Догоняй. Да. Да, Игорь. Сейчас. Кто? Это Игорь, который нас с тобой халтуру с цыганами подкинул. Да? Фил, ты должен вернуть деньги цыганам. Я предоплату не возвращаю. Это мое кредо. Алло, Фил! Не общайся с ним больше. Окей. Че, в комнату страха? Она не страшная. Не-не, это канадская, говорят, вообще реально стрём. Да? Да. Let's go. Он повесил трубку. Сказал, что предоплату не возвращает. Это его кредо. Какая предоплата? Этот не цыган украл чемодан, в котором был колын за старуху. За невесту. Ей просто 22. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Он подсунул свой чемодан с пластинками вместо нашего с деньгами. Классные пластинки. Что с этим делать? Собери. С ним что делать? Собери. Летная 108. Квартира 17. Адрес этого Дэна. Лови. Он сказал отпустить, да? Эй, я слышал, он сказал отпустить. Эй! Стойте! Что у вас? Уже несколько дней чешется спина. Посмотрим. Так.
Чего там, доктор? О, я чуть не похудел, грамм на 300. Слушай, а пойдем на центрифугу. Там по-любому по полкило оставим. Вперед, let's go. Ничего страшного. Да ладно, что там, увидели-то? Следите за гигиеной. Ухо слышать стало. Умница, док! Доктор, все в порядке? Да. Петр Васильевич, из лаборатории попросили, чтобы вы посмотрели. Так, ну давайте посмотрим. Так, что мы здесь? Ты чё? Аппетит пропал. Ты когда? Пойдем, мы гуляем. А вот это можно. Тарифы на холодную воду и водоотведение устанавливает комитет по тарифам и ценам. Да. Разобраться с комитетом по тарифам. Налог на добавленную стоимость в них не включен и взимается дополнительно. Серьезно? Угу. Задача – разобраться с налоговой службой. Срочно. О пенсии. А с ними что? Извините, Геннадий Петрович, могли бы закрыть дверь. Мы с пациентом работаем. Да, извините. Продолжайте, конечно. О чем мы? Одна я. Дети заняты, внуки выросли. Даже пообщаться не с кем. Грустно. Так я же есть. Короче, есть вариант затусить с Газмановым. Да ладно. Нормально тебя накрыло. Я в порядке. Прикинь, он лежит в больнице, куда я вчера попал. Да? Тем более я обещал туда заехать. Кучер! Кучер! Катя, у тебя случаем не мои анализы? В общем, ты только не переживай. Что? У тебя... Что? Все в порядке. Дай сюда. Да точно, точно. Ты абсолютно здоров, у тебя все показатели в норме. Значит, у меня все в норме. И такое бывает. Не знаю, что с тобой сегодня происходит, но таким ты мне нравишься больше. А. Ты служишь украшением стола, бутана. Тебя, как рыбу, к пиву подаю. Даю. Любой, кто заплатил, платил, имеет все права. Все права. И вот ночную бабочку веду. Да что это?
делать? Сегодня на меня явно будет куча жалоб от пациентов. И заведующему нагрубил. Но знаешь, именно сейчас у меня прекрасное настроение. Газманов вызывает. Путана, 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 ночная бабочка, ну что же виноват? Кто же виноват? Кто же, извини. Путана, 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 огни отелей так заманчиво горят. У меня же есть другие песни. Пришел. Можно тебя? Еще один такой день на работе я не выдержу. Мы должны окончательно разобраться, что с нами происходит. Завтра у меня выходной, и я договорился с стоматологическим центром. Туда очень сложно попасть, понимаешь? 6 тысяч рублей. Что? Моя веселая компания тебе обойдется в 6 тысяч рублей. Но это же нам обоим нужно. Мне не нужно, ты мне не мешаешь. А ты мне мешаешь. Поэтому 6000 рублей. Петр, а кто это? Спасибо. А можно еще? Да нормальный парень. Это все из-за него. Там заведующий идет. Все-все-все, спасибо. Хорошо, я согласен. Скинь мне адрес, я заеду. Обязательно еще споем. Маленькая у меня только машина. Но зато знаешь, какая быстрая? Поэтому ты опоздал. Послушай, я 5 лет не вставал в такую рань. Но ради 6000. Да, я всегда беру предоплату. Хорошо, хорошо. Вот маршрут до больницы, где нас обследуют. Нас ждет незабываемый день. Наполненный двойной порцией эмоций. Let's go! Ну зачем мы сюда приехали? Нас же в больнице ждут. Нас здесь тоже ждут. Да не парься, мы ненадолго. Филипп, мы должны ехать. Я записал нас на ПЭК. Что это? Позитронная эмиссионная томография. Она исследует ультратонкую структуру головного мозга. А, ПЭК. Ну так бы сразу и сказал. Здорово, Фил. Привет, Ник. Ну что, наконец решился? Это Пит, мой лечащий врач. Здорово, Пит. Здравствуйте. Ну, а с врачом реально безопаснее прыгать. Я прошу прощения, откуда прыгать? С самолета. Высота 3000 метров, 2000 свободного падения. Класс! Я ниоткуда прыгать не собираюсь. Я сам еле решился, но понял, если не сегодня, то больше никогда. Это прекрасно, и да прибудет с тобой сила. Звездные войны. Я ниоткуда прыгать не собираюсь. Я чуть не понял, вы прыгаете или нет? Значит так, если ты останешься на земле, нашему договору конец. Я не поеду в больницу, и мы так и не поймем, как избавиться от того, что с нами происходит. Ну, что скажешь? Это шантаж. Согласен. Ну что? Мы вышли на заданную высоту! Нужно прыгать! Неплохо! Я передумал! Хочешь выйти? Пожалуйста! Вон дверь! Нет! Я плохо! Нет! Пошли! Не хочу! Да не супер! А почему вы первые? Отпусти! Где твой инструктор? А где он? Да отпусти, дай я говорю! Нет. Это что получается? Я не буду прыгать, да? Ты не собирался прыгать! Сволочь! Перестань, стрёпики! Мы умрём с тобой! Остановите дело! Ну как он, Ник? Красавец! Вылезай! Вот! Еще ни один мужчина не доставлял мне столько удовольствия. Я же мог умереть. Ага. Интересно, а что тогда было бы со мной? Пошли. Поехали, поезд ждет. Тихо. Тихо, пилот. Тихо. Задохнешься. Да куда ты пошел? Да. Я понимаю, что нам было назначено на утро. Поймите же, у нас был форс-мажор. У нас экстренный случай. Привет, Фил. Да, я понимаю. Жанна, любовь моя. Давно не заглядывал. Да, давненько. Дотел по горло? Я постоянно думал только о тебе. Не ври. Не вру. Однажды даже хотел вызвать полицию, чтобы они тебя арестовали. Зачем? Да потому что ты воровка. Ты украла у меня сердце.
Черт. Пит, что с Пэтом? Я волнуюсь. Сегодня они не смогут нас принять. Теперь только на следующей неделе. Ничего, подождем. Сейчас пожрем и подождем. Кстати, здесь потрясающие чизбургеры, да? Угу. Это все вредно. Это вкусно. А потом уже вредно. Вы будете заказывать? Да. Я салат из свежих овощей и апельсиновый фреш. А тебе, как обычно? Да. И дабл виски. Я сегодня такое пережил. Без виски. Я прошу тебя. Хорошо. Это мой лечащий врач, Пит. Приходится прислушиваться. А ты что, чем-то болен? Тобой. Ты какой-то... Ты слишком... Что? Ну что? Слишком разумный. Я бы сказал, скучный. Слишком все как-то остро воспринимаешь. Что? О, ты зануда. Я зануда? Тише, тише. Поранишься, а у меня будет ранка. Тише. Да ты... Ты придурок. Ух ты. Из-за тебя меня выбросили из самолета. Я пациента под кайфом лечил. Из-за тебя. Я знаю тебя всего лишь 2 дня, уже ненавижу. Я нельзя ненавидеть. Меня все любят. Да тебя все забыли. Ты тупой придурок из 90-х. С конца 90-х. Да. Который выпустил один говноклип и считает себя звездой. Это хороший клип. Дай сюда. Посиди немножко, отдохни. Так, задача побывать у родителей. Это что такое? Это экономит мое время. Ты что, планируешь общение с родителями? Ты их не любишь? У меня много работы. Не все же такие, как ты. Какие такие? У меня тоже есть работа. Да. 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 Я же забыл, ты диджей. Диджей. И известный певец в караоке. Король жизни, который тусит в парке целыми днями, не имеет никаких обязательств, ни жены, ни детей. Ты же... Ты... Вот. Вообще-то у меня есть семья. Бабушка. Но она не твоя. У меня есть жена и сын. Тоже не твои. На! Моему Ваньке 7 лет. А с Анной Николь я в разводе. Ты знаешь, в какой-то момент я решил, что пора браться за ум и женился на самой красивой женщине в мире. Анна Николь. Ну да. Анна Николаевна. Потом появился Ванька, а тут обрушилась популярность. Начались эти клубы, тусовки, вечеринки. У семьи вообще времени не оставалось. Короче, сейчас я воскресный папа. Грустно. Чувствую. У меня вообще никого нет. Ну, это понятно. Ты же зануда. Да. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. Форрест Гамп. Что? Фраза из фильма «Форрест Гамп». Я не понимаю, о чем ты. А вот и еда, мальчики. Жанна. Спасибо. Ты невероятно вкусно готовишь. Дурачок, я же тебе 100 раз говорила, это готовлю не я, а повар. Все. Я придумал, как вернуть тебе должок за парашют. Фил, погоди, я не знаю, что ты задумал. Расслабься. Тебе понравится. Вкусный салат. Просто. Угу. Девушка, можно мне вот такой же салат? Паркуюсь, как хочу. Кстати, ты предохранялся? Вдруг мы заболеем? Зря ты так. Жанна девушка хорошая и чистая. От нее еще никто не заболел. Хорошо.
спасибо тебе большое за день. Он был действительно очень насыщенный. Но все же мы должны съездить на ПЭТ. Нам нужно проверить наши чувства. Обязательно. Тогда до завтра. Я к родителям. Я с тобой. Зачем? Да потому что своим приходом ты должен приносить радость, как это делаю я. Поэтому я иду с тобой. Спасибо тебе большое, но лучше я все же сам. Узнаю, как у них дела. Попью чай, посижу немного, помолчу с отцом и домой. И завтра на работу. В отличие от некоторых, она у меня есть. Я диджей. Точно, я забыл. И тем не менее, пока. Твои родители должны знать о твоих успехах и переживаниях, а не отвечать на заготовленные вопросы. Он меня будет учить. Скотина! Привет, мама. Привет! Отец, глянь, он же пьяненький. Да не пил я. Так выпьем, сейчас по 50. Что это, пап? Перцовочка. Наша фирменная. Петя. Может, у тебя появился кто? Да, мне кое-кто нравится. Hello. А Петя здесь? А вы кто? Я Петин друг. О, ну, хоть кто-то. Проходите. А это вам. Приятного всем аппетита. За дружбу. Петя? Я не буду. Да будет он, будет. А где вы с Петей познакомились? Да меня Газманов ударил. Я в больницу попал. Ничего себе, сам Газманов? А с виду приличный человек. Да не-не-не. Мне все это привиделось, что он меня ударил. А на самом деле сердце у меня прихватило. А Петька меня спас. Ну, Петя у нас такой. За спасение. Прекрасный тост. Хватит! А! Я не могу больше. Петя, ты же совсем не пьешь. Ты испортил мне жизнь. До тебя у меня было все в порядке. Сыночек, ну что ты так? У тебя друг появился. А ты, выглядишь, девушка появится. У меня есть девушка. Да? Да. Так позвони ей. А позвоню. Мужик. Ну что, за будущую семью? Мам, папа. Извините. Алло. Алло, Катя. Привет, Петя. Катя, привет. Катюша, Катенька, я хотел сказать... Какие чувства испытываю, когда ты рядом? А какие? Понимаешь, Катя, я испытываю высокие чувства. Вот. Но последнее время вот эти мои чувства, их испытываю как бы не только я. То есть, а эти чувства хочу испытывать только я. Понимаешь? Не совсем. Петя, у тебя все хорошо? Да, 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 со мной. Катя, давай встретимся с тобой вне больницы. Да, давай. Да? Здорово, Катя. Ну что там, доктор? Пригласили на свидание, неожиданно, конечно. Видимо, люди меняются. А. Я про укол? Да. Угу. Ух, и переволновались мы с тобой, да? Ну что, согласилась? Ну все, с меня хватит. На! А?
Я ухожу. А я еще посижу. Куда ты такой, сынок? Со мной все в порядке, мама. Петя, будь осторожен. Что случилось? Ничего, хроническое. Столько пить. Как он еще не умер. Как он еще не умер. Как он еще не умер. Вставай, давай. Просыпайся, я сказал. Алло. Фил. Да. Нам нужно срочно встретиться. Я еще сплю. Срочно, я сказал. Хай. Привет. Слушай, Пит, извини меня за этот вечер с родителями. Они у тебя такие классные. Приглашали еще зайти. Пойдешь со мной? Да-да, у тебя опять было мое похмелье. Филипп. Я Фил. Филипп, это твои анализы. Нифига непонятно. Что это? У тебя сильно закупорены сердечные сосуды. И сердце в данный момент работает только на 30%. Именно поэтому у тебя случился сердечный приступ. 30% — это же много, да? Если ты сейчас же не изменишь свою жизнь, ты не протянешь больше месяца. Тебе нужно срочно бросить пить, курить и начать лечение. Ну что ж, Селеви, судьба есть судьба. Чему быть, тому не миновать. Хлеб всему голова. Ты очень хреново используешь пословицы. А ты типа не смотришь кино, да? А говоришь фразами из фильмов. Это все очень серьезно. Филипп, ты не понимаешь? А мне все равно. Да ты придурок! Ну и живи, как знаешь. Тебе не все равно. Я ведь все чувствую. Я не думал, что будет так сложно. Я думал, что я умру, когда буду старым. Перестану узнавать сына и вообще не буду соображать. Пит, ты спасешь меня? Я спасу тебя. Конечно, я спасу тебя. Дэн, привет. Жаль, что ты не видел, как я сейчас круто спустился. Погоди, сейчас такое было. Я из подъезда выхожу, меня цыгане тормозят. Спрашивают, в какой квартире Дэн живет. Ну, то есть я, прикинь. И что ты им ответил? Ну, я сказал, что я не местный, типа не знаю. Но это говорит только об одном. У нас проблемы с цыганами? Нет. Это значит, у меня был просто офигительный костюм на свадьбе. Даже цыгане меня без него не узнали. Слушай, у цыган вообще с деньгами плохо. Ну да. Завелись из-за 6000 рублей. Ага. Ты что тут делаешь-то? Чё-чё. С сегодняшнего дня я веду здоровый образ жизни. Может, это? Поправишься? И ты тоже. Ведь ты мой кореш. А ну! Давай, да не бойся ты. Да, левая. Правая. Я это делаю с закрытыми глазами. Да? Но я никогда не катался. Не бойся! Понеслась! Вот видишь, а все потому, что не занимаемся своим здоровьем. Здесь. Петя! И здесь. Да. Можно я тебя обниму? Зачем? Ты очень хороший доктор. Меня еще никто никогда до конца не выслушивал. Ну, давайте обнимемся. О, Петр Васильевич, да вы ловелас. Еще вчера признавались мне в любви, а сегодня обнимаетесь с другой? Кать, я прошу прощения за тот звонок. Был просто не в себе. Как жаль, значит, свидание придется отменить. Нет, Кать, а можно не отменять свидание? Кать, ты давно мне нравишься. А ты мне недавно. Почему?
Ну, понимаешь, мужчина определяет поступки. И... раньше тебя даже не замечала. Но в последнее время ты меня просто покорил. Нет, ну ты тоже мне, конечно, не сразу понравилась. Конечно. У тебя же была бабуля. Нет. Все это в прошлом. Сделай его выпить, Сереж. Я, как всегда, апельсиновый джуз. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. Пациент, извини. Да. Пит, привет. Нам надо срочно увидеться. Я очень занят. Если мы сейчас не встретимся, я сорвусь, и у тебя опять завтра будет похмелье. Пит, это очень серьезно. Хорошо. Ладно, приезжай. Ресторан Романова. Подожди! Что случилось? Ты почувствовал себя плохо? Нет. Я чувствую себя невероятно хорошо. Так зачем ты приехал? Пит, я влюбился. Так это здорово! Но я не знаю, в кого. Что значит, не знаешь, в кого? Ты мне друг? Да. А что? Покажи мне свою девушку. Я понимаю, это твое чувство, но оно сейчас и мое. Я должен ее увидеть. Стой! Погоди! Я должен знать, любит ли она меня. Хотя, конечно, любит. Меня же все любят. Но слушай, это что за бред? Ты ее даже не знаешь, Фил. Просто уходи, ладно? Ты не можешь стоять на пути двух влюбленных сердец. Ты же врач. Я не позволю тебе, слышишь? Ты что? Ты же не собираешься бить нас? Ну, конечно, служебный роман. Ну вот мы и встретились, любимая. Что, простите? Петь, это тот парень из больницы? Он уже уходит. Пусть она сама решит, кто из нас уходит. Что здесь происходит? Выбирай, кого ты любишь. Я тебя не знаю даже. Понял. Она выбирает меня. Не неси чепуху, Пит. Тебя никто никогда не выберет. Тогда есть я. Ей надо просто дать немного времени. Минут 5, не больше. И она все поймет. Загляни в свое сердце. Слышишь? Ну все, уходи, давай. Уходи. Я думал, по друзьям. Уходи. Я все равно добьюсь. Любимая! Да. Вот, так что прошу прощения, Катя, еще раз. Это самое веселое свидание в моей жизни. Правда? Знаешь, мне тоже понравилось. Ау! Что? Что такое? Ау! У тебя что, спазм? А, да. Что такое? А, да, что-то типа того. Может быть, тогда поднимешься ко мне, придешь в себя? Угу. С удовольствием. Давай. Один звонок сделаю, хорошо, Катя? Ну что, получил скорострел? У меня еще очень много сил. Я прошу тебя, не порт мне в очи вечер. Только учти, мы не вместе. Это всего лишь секс. Конечно, котик. Сволочь. Что, опять? Нет. Просто понимаешь, Кать, ты...
Ты действительно очень много... Ты очень много для меня значишь. Я не хочу торопить события, Кать, правда. Пока. Ты очень необычный мужчина. Все? Оксана, мы с тобой не встречаемся. Третий раз за ночь — это уже неприлично. Да. Катя приехала? Только что звонила, к обеду будет. Катя приехала? К обеду будет. Фил, подлец. Алло, ты с Катей? Ты сейчас с ней? Я в парке с семьей. Не ври мне, я сейчас приеду. Да не вру я. Пап! Ванька! Что ты так долго? Ванюшка! Привет! Звонили из правительства, я сказал, разбирайтесь сами. Сегодня этот день, я провожу с семьей. Привет. Так, держи себя в руках, ладно? Вань, иди поиграй с машинкой, а я пока с мамой поговорю. Что, дружки твои звонили? Анна Николь, зря это так. Я, между прочим, просил пить, курить, мысли позитивно. Хм. Давно это у тебя? Сутки уже. Хм. Значит, скоро пройдет. Ладно, я поехала. Ваньку привози к 9. И, пожалуйста, без приключений. Анна Николь, когда я тебя подведу? Хотя бы в последний раз, когда привез Ваньку без Ваньки. Мы играли в игру, кто быстрее добежит до дома. Филь, еще одна такая выходка, ты ребенка больше не увидишь. Он, конечно, в тебе души не чает, но ты должен показывать ему хороший пример. Ты же отец, а ему нужен взрослый друг, а не друг-ровесник. Понял. Программа меняется. Вместо каруселей – сауна, покер, кальян. Ладно, шучу. Все будет хорошо. Угу. Ладно. Вечером серьезно поговорим. А я по-другому не умею. Угу. Присмотри за ним. Хорошо, мам. Пап, пошли на карусели? Не пошли. Побежали! Ой, круто было, Ванька, круто. Ой, ничего, через год подрастешь, и тебя пустят. Быстрее бы вырасти. Филипп! Филь, что случилось? Укачало. Ванька, знакомься, это мой личный врач Питер. О. Да ему самому врач нужен. Какой хороший мальчик. Филипп, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Сегодня все со мной хотят серьезно поговорить. Ванька, иди погуляй. Послушай. Час назад я почувствовал прилив нежности. Я подумал, что ты с Катей, стал тебе звонить. А ты мне сказал, что ты с семьей. Да, я был с семьей. Понимаешь, что это значит? Да, когда ты звонил мне, я был с семьей. Ты это хотел сказать? На самом деле ты любишь не Катю, а свою жену. Бывшую жену. Это не важно. Когда я на работе почувствовал прилив нежности, в этот самый момент ты был со своей женой. Бывшей женой. Возможно, я еще что-то чувствую к ней. Ты, конечно, чувствуешь. И у вас очень классный Ванька. Кстати, где он? Ваня! Вань! Дядя, помоги ударить посильней. Да запросто. Какой дядя? Так, нам пора. А в чем дело? Это цыгане, они считают, что я должен им деньги. А ты им должен? Нет. Ну, погоди, давай им все объясним. Я лично вырву тебе ноги. Иди, объясни. Я задержу их, бегите! Да побежали, они порвут тебя. Или я их, я целый год кунг-фу занимался. Раз убежишь, всю жизнь бегать будешь. Это фраза из дешевого боевика, дурак.
Пап, что? Разберется он. Так, Ванька, беги за полицией. Быстро. Хорошо, пап. А я должен помочь Питу. А! Где деньги? Деньги где? Держи. Я не могу бежать. Пит, бежим, говорю. А! Верни деньги. Я предоплату не возвращаю. Аромалы. Пап, я привел полицию. Ну вот и все. Ну, он доктора избил. Цыгане сначала налетели на доктора, а потом еще на отца с ребенком. Класс, повеселились. Классно? Вот пока я тебя не встретил, было классно. Да ладно, не заводись. Мне досталось так же, как и тебе. Просто недоразумение. Это ты! Одно сплошное недоразумение. Я проклинаю тот день, когда я тебя спас. Я приехал просто сказать, что ты любишь свою жену, а в итоге был избит цыганами. Мне еще украли бэджик. Дикари, что сказать? Вот теперь я понимаю, почему тебя жена бросила. Понятно. Свободным. С ним все в порядке, пострадал только я. Еще психика ребенка пострадала. Где он? Я тебя на 2 часа оставила с сыном, а ты успел подраться с цыганами. Я не виноват. А кто виноват? Ань, прошу, успокойся. Мне папа разрешил поставить пластинки. Ань, послушай, может быть, сейчас не совсем подходящий момент, но я по-прежнему люблю тебя. Момент совсем неподходящий. И знаешь, у меня есть мужчина, и я... Пойдем, бельчонок. Пока, папочка. А где мои пластинки? Бабуль, вот скажи мне, чего бы ты выбрала? Долго и скучно жить? Или во все тяжкие, но только на месяц? А? Правильно. Просто у тебя не было цыганских денег. Ты продолжаешь меня удивлять. Поработал, пошел кому-то навонял, потом опять на работу. Если честно, Кать, то мне больше наваляли. Да и с другом поссорился. Петя, наконец-то вы пришли. Я очень серьезно хотел с вами поговорить. Здравствуйте. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Геннадий Петрович, я в последнее время сам не свой. И отлично. И оставайся всегда таким. Именно такой врач достоин стать моим замом. Честно говоря, не совсем вас... Петя, обычно больные жалуются. А за тебя они благодарят меня. И атмосфера в коллективе улучшилась. В общем так, я на дачу, а ты оставайся за главным. Поздравляю. Спасибо. Не за что, привыкай. За доверие. Поздравляю. Спасибо. Кать. Что такое, Петь? Фил. Опять. Да! Ты опять пьешь. Слушай, тут такое дело. Прикинь, я случайно кучу бабла у цыган прихватил. Ну, короче, я сорвался. Ну, месяц так месяц. Зато поживу на полную. Не делай этого. Я подделал твои анализы, чтобы ты не создавал мне проблемы и вел нормальный образ жизни. Слышишь?
Ты придурок. Ты должен вернуть деньги цыганам. Это опасно, понимаешь? Э, Свиридов! Врач-терапевт? Так я ее за 5 минут отполирую. А вот это ты как отполируешь? А у меня запасная такая вторая есть. Я там все. А что вам, собственно, господа, нужно? Поднимемся к тебе. Обследуешь меня. А что с вами не так? Чемодан денег украли. Верни мои деньги. Твой друг у меня. Давай, Петюня! Оп-оп-оп-оп-оп-оп, извините, извините. Фил, красавчик, а ты что, не веселишься? Да, сейчас начну. Давай! Вот только в больничку заедем. Привело твое вранье. Хватит болтать, где наши деньги? Хорошо. Но мне нужен он и мои пластинки. Можно я оставлю себе Фила Коллинза? У него неповторимые... звучание на виниле. Ты прав. Положи Фила обратно. Ты же не потратил все деньги. Для этого ты хочешь сказать мне, что ты не смотришь кино? Ну что, здесь кино? Ты что, ты вернул им все деньги? Да, все. Правда, придется целый год поработать бесплатно. Куда? Ребят, ну мы же вам все вернули. Вы вернули деньги. Осталось смыть позор. А позор можно смыть только кровью. Бегите. Я их задержу. Я так и знал. Все дело в Сальто. Бежим! Исаул? Я смогу взять только одного. Они тебя не знают. В смысле? Они избавят меня? Тогда прячься. Гони, гони, Филипп, гони! Гони! Прости меня, Филипп! Я не думал, что так получится! Держись крепче! Перестань ты бояться, мне тяжело вести! Задержались мы в больнице. У них 20 лошадей, у нас 409. Догоним. Пит, ты как? Пит,
Чего? Петя! Петя! Слышь! Кто-нибудь! Ну! Ну кто-нибудь, помоги! Петя! Слышишь? Петя! Филипп, спасибо тебе большое. Последние дни сильно изменили мою жизнь. Тебе спасибо, Петр. Жаль, что это конец. Позор смыт кровью. Все? За вас попросил уважаемый человек. Иначе бы этим не обошлось. Порезали тебе руку, а я ничего не почувствовал. Значит, нас больше ничего не связывает? Нет. А может, это начало большой дружбы? Иди к черту. Почему? Да пошел ты. Почему? Это фраза из фильма «Касабланка». Ее главный герой в конце говорит. Какое совпадение? Фильма он не смотрит. Бывает, смотрю. Я тебя сейчас по голове посмотрю. Что, рука болит? Болит. Чего, он тебя ее вылечил? Больно. Добрый вечер, дамы и господа! Я искренне рад за Фила. Красавчик, молодец. Так держать? Я знаю Фила Каталозова, Колотозова. Я знаю Фила с детства. 15 лет он молчал. Старик, молодец, что вернулся, нашел в себе силы, у тебя талант. Фил, как мы скучали, как все просто вспоминали эти годы. Я очень рада, что ты опять с нами. В обойме ты радовал нас тогда, ну ты знаешь. Я не понимаю, что со мной происходит. Я опять возбудился, доктор. Попался. Я уже на секунду подумал, опять вернулась. Золотые были деньки на самом деле, да? Ой, не говори. За тебя, дорогой. Спасибо. Ты отлично выглядишь. Да, мне тоже очень нравится. Просто мужчина, у меня мечты. Анна, Николь, не заводи меня. Между прочим, это папин второй клип. Да ты что? Могу сказать и следующее. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену легендарнейшего артиста. Человека, чей первый и единственный на сегодняшний день клип я увидел еще в школе. Фил, там, кажется, начинается. Иди. Встречайте, Фил Калатоза! Привет всем! Здравствуйте! Привет, привет! Я вернулся. Но не один. Этот точно хороший клип. Верю! Правда, Олег? Точно! Поехали! Ну,
красив и умен, ловок и силен. И со всех сторон на него смотрят дамы. Ходит на руках, вертится в кружках, где-то в облаках, ныряя в сердце прямо. Если ты трезвый, если ты пьяный, танцуй как грек, танцуй как газманов. Если ты в лифте, если ты в ванной, танцуй как грек, танцуй как газманов. На Москве тишина, на тротуаре над волной, где ни хер не извести, на дороге, где судьбы. И одна из них завела через волны на восход, а другая тянет дома, снова порт меня завел. Трезвый, если ты пьяный, танцуй как Олег, танцуй как Газманов. Если ты в лифте, если ты в ванной, танцуй как Олег, танцуй как Газманов. Yeah. Там у него внутри плавит и горит, заполняя все его сердечной лавой. Прыгай и ори, танцы до зари. Можешь диско, можешь брейка, можешь крампа. Если ты трезвый, если ты пьяный, танцуй как Олег, танцуй как Газманов. Если ты в лифте, если ты в ванной, танцуй как Олег, танцуй как Газманов. Олег, танцуй! Давай! Если ты трезвый, если ты пьяный, танцуй как Олег, танцуй как Газманов. Если ты в лифте, если ты в ванной, танцуй как Олег, танцуй как Газманов. Если ты трезвый, если ты пьяный, танцуй как Олег, танцуй как Газманов. Если ты в лифте, если ты в ванной, танцуй как Олег, танцуй как Газманов. И смотрела в его глаза. О любви ты не говорила, до него никому никогда. Ты ему отдала гордость, он по ней ногами прошел, не сказав на прощание ни слова.